Рабочие спасли котенка, замурованного в статуе Авраама Линкольна. Во время съемок одной из передач журналисты услышали слабое мяуканье, которое исходило из самого монумента. Судя по крикам, животное совершенно выбилось из сил, пытаясь выбраться из заточения и хоть как-то привлечь внимание людей. Команда пожарных смогла вызволить маленького пленника, не повредив статую. Несмотря на трехдневное заточение и обезвоживание, бывший узник чувствует себя хорошо и отличается отменным аппетитом. После спасения котенка назвали Эбби в честь 16-го президента США Авраама Линкольна и отдали на попечение куратору музея.